Очень хороший вопрос, потому что на сегодняшний день у меня много в клиентах именно жен, у которых пьющие мозги. Но в первую очередь не выносите в мозги. Почему? Потому что бесполезно. Очень важно понимать, алкоголизм – это грибок в мозгах. Это кандида в мозгах. Поэтому она съедает ту часть, которая отвечает за инстинкт самосохранения. Потому что человек, у кого раздвинутый инстинкт самосохранения, он не будет себя уничтожать. Потому что алкоголизм – это официальное право на самоуничтожение. Поэтому у него завелся грибок, который разрушает ту часть мозга, которая отвечает за инстинкт самосохранения и тут замкнутый круг. Чем больше вы его пилите, он и так понимает, что с ним что-то не так, тем больше он уходит в яму отшельник, тем больше он как бы спрячется от вас и уходит к тем, которые его понимают, которые его уважают, там, и к другой женщине он идет или к другим мужчинам. Поэтому единственный путь ваш не работать, то есть уже если человек пьет, через психологию его очень сложно затянуть. Через психологию его уже там пытаться его к психологу отвести, там разбираться, ну, потому что такие люди пьют, они не чувствуют себя достойными жить. Они не имеют права, то есть у них внутри нет права на жизнь. То есть это, скорее всего, там заложено в детстве, мама, скорее всего, или там папа, которые забрали у него право на жизнь, и он не чувствует себя правом. Поэтому надо разбираться с вот этой кандидой. И вот эта зеленая таблетка, она очень хорошо помогает в том числе выводить вот эти все глисты, выводить грибки. И сейчас очень много вокруг меня женщин, которые втайне дают, разводят это в воде и подливают мужу там в кашку, там в чай, там в кофе и все-все-все остальное. Потому что состав этой капсулы таков, что из клетки выходит вот эта интоксикация, потому что кандида, она находится, кандида – это грибок, она находится именно, то есть ее основание – это интоксикация. Алкоголь – это сахар, а кто хочет сахар? Именно кандида, не сам мужчина. Кто хочет алкоголь? Не мужчина, потому что сам по себе он бы не хотел, но вот этот грибок в нем тянет его есть или пить сладкое, дрожжи обычно. Эти люди очень любят сахар и все остальное. Поэтому надо разбираться сейчас уже на уровне биохимии. Это вот брать эту таблетку, растворять ее и по ложечке, каждый день, И таким образом будет выводиться грибок, и у человека будет включаться инстинкт.